Мячан – создание Божье почти, природное. Вот именно по такому лесу мы и ходили. Амур, тысячи лет он там рос, и никто его не обследовал, никто его не любил. Ни у одного здравомыслящего человека не повернется язык сказать, что этот лес больной. Даже в лихие 90-е годы сюда никого не пустили из лесников, а потом никакие как-то это стало оправдания возможным для таких людей, я думаю, что какие не найдутся. Какие цели преследовала эта санитарная рубка? После себя никто такого не оставлял. Создано больше проблем, чем они, в общем-то, тут бардак навели. Исковеркали. Очень пирогенная обстановка сформировалась. Что они должны были убрать, оно как стояло, так и стоит. Аттрактивность объекта мы потеряли. Они заходят в эти защитные леса. Этот лес не является сырьевой базой. У него другие убрали функции. Вид, который создавал вот это единое вот это вот море тайги, да? Ну, а теперь это будут дырки. Рубки в горных вот этих темнохвойных лесах, они оказывают значительное влияние на силу прохождения наводнений. А здесь мы видим, что прямо вдоль водоохранной зоны были срублены большие вековые толстые деревья. Ничего личного, просто бизнес. Уничтожив вид, мы больше не вернем этот вид.